Добрый день. Здравствуйте. Армен Варданян, город Донецк. А мы же были в Донецке, чего вы к нам не пришли на кастинг? Я приходил на кастинг, а все уже уехали. Я решил попробовать свое счастье в Одессе. Молодец. Кем вы работаете? Я подрабатываю моделью. Вау! И моделью чего? Самолетика. Ну, знаете, я вам сразу хочу сказать, для модели вы неплохо выглядите. Ну, сейчас вы услышите, как я пою. Да, было бы неплохо. А что вы нам петь будете? Песню Пономарева «Варточина». Очень хотим попросить вас спеть то же самое на октаву выше. Тебе же низко. Как угодно. Варточині жити без тебе я полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і повторив би так. Я люблю тільки тебе, Богом дану мені, моє серце палає у вогні, що ти дала мені, Богом дана одна, моя лебідка кохана. Армен, да тихо вы там. Армен, 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 Армен. Армен, я считаю, вам надо срочно менять профессию. В Донецке работать моделью просто непростительно. Можно я сразу проголосую, пожалуйста? А я не буду вас спрашивать. Я говорю вам «да». Спасибо. Чего ты такая радостная, елка? Потому что человек хорошо хочешь поет. Хочешь сказать и так, скажи спокойно. Наприклад, як я. Так. Армен, ви як настоящий артист нас обманули. Спели не в своей тональности, в неудобной тональности. Это было явно. Что-то гудели. Думаю, боже мой, хороший голос, но поет все не там и не туда. Все не ваше.
И вдруг, когда вы запели акапелла, да, и подняли голос, и он зазвучал, просто невероятно. То, чего не было вот в первой интерпретации, в первом варианте вашего пения. И вы просто покорили меня тоже. Я говорю вам «да». Армен, ты чей земляк? Я родился в Донецке, но я армянин. Как по-армянски, да? Ха. Ха. Спасибо. Спасибо. Молодец, молодец, здорово, браво, браво. Мне было неудобно петь, это не моя тональность, минусовка не моя, мне привычно петь эту песню акапелла. Ну ты умница, смотри, что ты натворил, зал тебе что аплодировал, просто спасибо. Молодец, слушай, а ребята как переживали за тебя, это невероятно. Можно я поцелую? Нужно.